Однажды играли в карту у коногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно. Сели ужинать в 5 часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом. Прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие. Что ты сделал, Сурин? Спросил хозяин. Проиграл по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь. Ничем меня с толком не собьешь, а все проигрываюсь. И ты ни разу не соблазнился? Ни разу не поставил на руте? Твердость твоя для меня удивительна. А каков Герман? Сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. Отроду не брал он карты в руки. Отроду не загнул ни одного. Пора ли? А до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру. Игра занимает меня сильно, сказал Герман. Но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. Герман немец. Он расчетлив, вот и все. Заметил Томский. А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка. Графиня Анна Федотовна. Как? Что? Не могу постигнуть, каким образом бабушка моя не понтирует. Да что ж тут удивительного, что 80-летняя старуха не понтирует? Так вы ничего про нее не знаете? Нет, право, ничего. О, так послушайте. Надо бы знать, что бабушка моя лет 60 тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтобы увидеть «Ля Венюс Московите». Ришелье за ней волочился. И бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали 500 000, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеюсь, что домашнее наказание над ним подействовало. Но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений. Думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь, и что есть разница между принцем и каретником. Куда дедушка бунтовал. Нет, да и только. Бабушка не знала, что делать. С ней был коротко знаком человек, очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного?
Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном. А Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она писала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. Сен-Жермен задумался. «Я могу вам услужить этой суммой», — сказал он. «Но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь. А я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство. Вы можете отыграться». «Но, любезный граф», — отвечала бабушка, — «я говорю вам, что у нас денег вовсе нет». «Деньги тут не нужны», — возразил Сен-Жермен. «Извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал. Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал. В тот же самый вечер бабушка явилась в Версале о Жо де ла Рейн. Герцог Орлеанский метал. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга. В оправдание сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другую. Все три выиграли ей Соника, и бабушка отыграла совершенно. Случай. Сказка. Может статься порошковые карты? Не думаю. Как, у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, и ты до сих пор не перенял у ней ее каббалистики? Да? Черта с два. У ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец, все четверо отчаянные игроки, и ни одному не открыла она свои тайны. Хотя это было бы не худо для них и даже для меня. Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он уверял меня честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл, помнится, Зоричу около 300 тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то жалилась над Чаплицким. Она дала ему три карты, с тем, чтобы он поставил их одну за другую и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю, они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту 50 тысяч и выиграл Соника. Загнул пароли, пароли П, отыгрался и остался еще в выигрыше. Однако пора спать. Уже без четверти 6. В самом деле, уж рассветало. Молодые люди допили свои рюмки и разъехались. Il paraît que monsieur est décidément pour les suivantes. Вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок. Что делать, сударыня? Они свежее. Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам 70-х годов
и одевалась так же долго, так же старательно, как и 60 лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница. Здравствуйте, гран-маман. Сказал вошедший молодой офицер. Бонжур, мадемуазель Лиза. Гран-маман, я к вам с просьбой. Что такое, Поль? Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал. Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчера у... Как же? Очень было весело. Танцевали до 5 часов. Как хороша была Елецкая. И, мой милый, что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна? Кстати, я чай, она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна. Как постарела? Она 7 лет как умерла. Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть для нее новую с большим равнодушием. Умерла? А я и не знал. Мы вместе были пожалованы во Фрельн. И когда мы представились, то государыня... И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот. Потом она сказала... Ну, Поль, теперь помоги мне встать. Лизонька, где моя табакерка? И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышней. Кого это вы хотите представить? Нарумова. Вы его знаете? Нет. Он военный или статский? Военный. Инженер? Нет, кавалерист. А почему вы думали, что он инженер? Барышня засмеялась и не отвечала ни слова. Поль! Пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних. Как это? Гран-маман? То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников. Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских? А разве есть русские романы? Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли. Простите, гран-маман, я спешу. Простите, Лизавета Ивановна, почему же вы думали, что Нарумов инженер? И Томский вышел из уборной. Лизавета Ивановна осталась одна. Она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки. Она принялась опять за работу и наклонила голову над самую канвою. В это время вошла графиня, совсем одетая. Прикажи, Лизонька, карету закладывать и поедем прогуляться.
Да что ты, мать моя, глуха, что ли? Вели скорей закладывать карету. Сейчас. Ваше сиятельство, книги от князя Павла Александровича. Хорошо. Благодарить. Лизонька, Лизонька, да куда ж ты бежишь? Одеваться? Успеешь, матушка. Сиди здесь. Раскрой-ка первый том, читай вслух. Барышня взяла книгу и прочла несколько строк. Громче. Что с тобой, мать моя? С голосу спала, что ли? Погоди. Подвинь мне скамеечку. Ближе. Ну? Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула. Брось эту книгу. Что за вздор? Отошли это князю Павлу и вели благодарить. Да что же карета? Карета готова. Что ж ты не одета? Всегда надо бы на тебя ждать. Эта матушка несносна. Ты вас не докличешься. Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду. Наконец, мать моя! Что за наряды? Зачем это? Кого прельщать? А какова погода? Кажется, ветер? Никак нет, ваше сиятельство, очень тихо. Вы всегда говорите наобум. Отворите форточку. Так и есть ветер. И прихолодный. Отложить карету. Лизонька, мы не поедем. Нечего было наряжаться. И вот моя жизнь, подумала Елизавета Ивановна. В самом деле, Елизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца. А кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице, знатной старухи? Графиня, конечно, не имела злой души, но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливые и необходимые украшения бальной залы. К ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду. И потом уже никто ей не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленные челядь ее, разжирев и посидев в ее передней девичьей, делала, что хотела, на перерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицей. Она разливала чай и получала выговор за лишний расход сахара. Она вслух читала романы,
не виновата была во всех ошибках автора. Она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду из мостовой. Ей назначили жалование, которое никогда не доплачивали, а между тем требовали от нее, чтобы она одета была, как и все, то есть как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали, и никто не замечал. На балах она танцевала только тогда, как не доставала визави. И дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную, поправить что-нибудь в своем наряде. Лизавета Ивановна была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя с нетерпением, ожидая избавителя. Но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее внимания. Хотя Елизавета Ивановна была 100 раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать, и где сальная свеча темно горела в медном шандале. Однажды, это случилось 2 дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились, однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой. Через 5 минут взглянула опять. Молодой офицер стоял на том же месте, устремив на нее глаза. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около 2 часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством беспокойства, но офицера уже не было. И она про него забыла. Дня через 2, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником. Черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым. Возвратясь домой, она подбежала к окошку. Офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза. Она отошла, мучаясь любопытством и волнуемая чувством для нее совершенно новым. С того времени не проходило дня, чтобы молодой человек в известный час не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение, подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был за то ей благодарен. Она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась. Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому.
Герман был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Герман не касался и процентов, жил одним жалованием, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему, как сказывал он, жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. А между тем целые ночи просиживал за карточными столами и с лихорадочным трепетом следовал за различными оборотами игры. Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. Что, если старая графиня откроет мне свою тайну или назначит мне эти три верные карты? Почему ж не попробовать своего счастья? Представиться ей, подбиться в ее милость, пожалуй, сделаться ее любовником, но на все это требуется время, а ей 87 лет. Она может умереть через неделю, через два дня. Да и сам анекдот. Можно ли ему верить? Нет. Расчет, умеренность и трудолюбие. Вот мои три верные карты. Вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость. Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами. Кареты одна за другой катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучие ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. Чей это дом? Графиня Анны Федотовны. Герман затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить возле дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он. Смиренный свой уголок, долго не мог заснуть. И когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипа ассигнаций и груда червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере фантастического своего богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Герман увидел свежее личико и черные глаза. И эта минута решила его участь. Вы пишете мне, мой ангел, письма по 4 страницы, быстрее, чем я успеваю их прочитать. Только Елизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна
у самого колеса увидела своего инженера. Он схватил ее руку. Она не могла опомниться от испуга. Молодой человек исчез. Письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку. И во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Кто это с нами встретился? Как зовут этот мост? Что там написано на вывеске? Что с тобой сделалось, мать моя? Солбняк на тебя нашел, что ли? Ты меня не слышишь или не понимаешь? Слава богу, я не картавлю. И из ума еще не выжила. Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из перчатки письмо. Оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви. Оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна. Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные и тесные сношения с молодым мужчиной. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать. Перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? Отослать ли ему письмо? Отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться. У нее не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать. Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо и рвала его. То выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец, ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. Я уверена, что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком. Но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение. На другой день, увидя идущего Германа, Лизавета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Герман подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал и возвратился домой, очень занятый своей интригой. Три дня после того Лизавете Ивановне молоденькая быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германа. Вы, душенька, ошиблись. Эта записка не ко мне. Нет, точно вам. Извольте прочитать. Герман требовал свидания. Лизавета Ивановна испугалась и поспешности требований, и способу им употребленному. Не может быть, это письмо верно не ко мне. Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали? Я бы возвратила его тому, кто его послал. Пожалуйста, душенька, вперед ко мне таких записок не носите. А тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно. Но Герман не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма то тем, то другим образом.
Они уже не были переведены с немецкого. Герман их писал вдохновенной страстью и говорил языком ему свойственным. В них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать. Она упивалась ими, стала на них отвечать. Ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец, она бросила ему в окошко следующее письмо. Сегодня бал у нас к посланнику. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. В том случае увидит меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся. В сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите в 11:30. Ступайте прямо на лестнице. Коли найдете перед... Спросите, дома ли графиня. Он скажет, нет, делать нечего. Вы должны будете воротиться, но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя все в одной комнате. Перед ней ступайте налево. Ступайте налево. Идите прямо до графининой спальни. В спальне за ширмой будут две маленькие двери. Справа кабинет, куда графиня никогда не входит. Справа, слева в коридор графиня, длинная узенькая длинная лестница. Она ведет мою справа, слева. Герман трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В 10:00 вечера он уж стоял перед домом графини. Погода была ужасная. Ветер выл. Мокрый снег падал тяжелыми хлопьями. Фонари светились тускло. Улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. Герман стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец, графинину карету подали. Герман видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную соболью шубу, и как вслед за нею в холодном плаще с головой, убранной свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли. Герман стал ходить около опустевшего дома. Он подошел к фонарю, взглянул на часы, было 11:40. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в 11:50 Герман ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Герман взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою в старинных запачканных креслах. Легким и твердым шагом Герман прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней.
Герман вошел в спальню. Перед пивотом, наполненным старинными образами, теплила золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, сошедшие по золотую, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже мадам Лебран. Один из них изображал мужчину лет 40, румяного и полного, в светло-зеленом мундире со звездою. Другой – молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Леруа, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с монгольфьеровым шаром и месмеровым магнетизмом. Герман пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать. Справа находилась дверь, ведущая в кабинет. Слева другая, в коридор. Герман ее отворил, увидел узкую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы. Но он воротился и вошел в темный кабинет. Время шло медленно, все было тихо. В гостиной пробило 12. По всем комнатам часы одни за другими прозвонили 12, и все умолкло опять. Герман стоял, прислоняясь к холодной печке. Он был спокоен, сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра, и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились, люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресло. Герман глядел в щелку. Лизавета Ивановна прошла мимо его. Герман услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел. Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами, сняли напудренный парик с ее седой, плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Герман был свидетелем отвратительных таинств ее туалета. Наконец, графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце. В этом наряде более свойственна ее старость. Она казалась менее ужасной и безобразной. Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она отослала горничных. Свечи вынесли. Комната опять осветилась одной лампадой. Графиня сидела вся желтая,
шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо, губы перестали шевелиться, глаза оживились. Перед графинью стоял незнакомый мужчина. Не пугайтесь. Ради бога, не пугайтесь. Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости. Я пришел умолять вас об одной милости. Не пугайтесь. Вы можете составить счастье моей жизни. И оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать три карты сряду. Это была шутка. Клянусь вам. Это была шутка. Этим нечего шутить. Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыграться. Можете ли вы назначить мне эти три верные карты? Для кого вам беречь? Вашу тайну для внуков? Они богаты и без того. Они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мот. Я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну. Если когда-нибудь сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас, чувствами супруги, любовницы, матери, всем, что не есть святого в жизни, не откажите мне в моей просьбе. Откройте мне вашу тайну. Что вам в ней? Может быть, она сопряжена с ужасным грехом? С пагубой вечного блаженства, с дьявольским договором. Подумайте. Вы стары. Жить вам уж недолго. Я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках. Что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут чтить ее как святыню. Старая ведьма, так я ж заставлю тебя отвечать. Перестаньте ребячиться. Спрашиваю в последний раз, хотите ли назначить мне ваши три карты? Да или нет? Графиня не отвечала. Герман увидел, что она умерла. Homme sans mœurs et sans religion. Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого. Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой,
Она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу. Сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германа и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло 3 недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, и уже она была с ним в переписке, и он успел вытребовать от нее ночное свидание. Она знала имя его, потому только что некоторые из его писем были им подписаны. Никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала до самого сего вечера. Странное дело, в самый тот вечер на бале Томский, дуясь на молодую княжну Полину, которая против обыкновения кокетничала не с ним, желал отомстить, выказывая равнодушие. Он позвал Елизавету Ивановну и танцевал с ней бесконечную мазурку. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать. И некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Елизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна. От кого вы все это знаете? От приятеля, известной вам особы, человека очень замечательного. Кто ж этот замечательный человек? Его зовут Германом. Этот Герман – лицо истинно романтическое. У него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести, по крайней мере, 3 злодейства. Как вы побледнели? У меня голова болит. Что же говорил вам Герман? Или как бишь его? Герман очень недоволен своим приятелем. Он говорит, что на его месте он бы поступил совсем иначе. Я даже полагаю, что Герман имеет на вас виды. По крайней мере, он очень неравнодушно слушает влюбленное восклицание своего приятеля. Где же он мог меня видеть? В церкви, может быть, на гулянье, Бог его знает. Может быть, в вашей комнате, во время вашего сна. От него станет. Подошедшие к ним 3 дамы с вопросами ублиу, регре, прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Елизаветы Ивановны. Дама, выбранная Томским, была сама княжна. Она успела с ним изъясниться, обижав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германе, ни о Елизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор. Но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала. Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ей самою. И благодаря новейшим романам это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами. Вдруг дверь отворилась, и Герман вошел. Она затрепетала. Где же вы были? В спальне у старой графини. Я сейчас от нее. Графиня умерла. Боже мой, что вы говорите? И кажется, я причина ее смерти. Елизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе. У этого человека, по крайней мере, 3 злодейства на душе. Герман сел на окошко и все рассказал. Елизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое упорное преследование. Все это была не любовь.
деньги. Вот чего алкала его душа. Я не могла утолить его желание и счастливить его. Я была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой моей благодетельницы. Горько заплакала она в позднем своем раскаянии. Герман смотрел на нее молча. Сердце его также терзалось. Но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Его не терзала совесть при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало – невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения. Вы чудовище. Я не хотел ее смерти. Пистолет мой не заряжен. Они замолчали. Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу. Бледный свет озарил ее комнату. Она терла заплаканные глаза и подняла их на Германа. Он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну. Как вам выйти из дома? Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надо найти мимо спальни, я боюсь. Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу. Я выйду. Герман пожал ее холодную безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел. Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела, окаменев. Лицо ее выражало глубокое спокойствие. Герман остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине. Наконец, вошел в кабинет. Ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемой странными чувствованиями. По этой самой лестнице, может быть, лет 60 назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный алё-вазо-рояль, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться. Под лестницей Герман нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу. Дня после роковой ночи, в 9 часов утра, Герман отправился в монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: «Ты убийца старухи». Имея мало истины веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь, и решился явиться на ее похороны, чтобы спросить у ней прощения. Церковь была полна. Герман на силу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином.
Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние. Слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках. Родственники в глубоком трауре. Дети, внуки и правнуки. Никто не плакал. Слезы были бы на фетасью. Графиня так была стара, что ее смерть никого не могла поразить, и что ее родственники смотрели на нее, как на давно отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которые долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. Ангел смерти обрел ее, бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха августа. Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом, потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницей в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизила старая барская барыня, ровесница покойницы. Две молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли, и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Герман решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец, приподнялся, бледен, как сама покойница, зашел на ступени катафалка и наклонился. В эту минуту показалось ему, что мертвая взглянула на него насмешливо, прищуривая одним глазом. Герман, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся. Обзи. Его подняли, в то же самое время Елизавету Ивановну в обмороке вынесли на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер ее побочный сын. На что англичанин отвечал холодно: «О!» Целый день Герман был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он против обыкновения своего пил очень много в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул. Он проснулся уже ночью. Луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы. Было без четверти три. Сон у него прошел. Он сел на кровать и думал о похоронах старой графини. В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко и тотчас
Отошел. Герман не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Герман думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку. Кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, и вошла женщина в белом платье. Герман принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним. И Герман узнал графиню. Я пришла к тебе против своей воли, но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтоб ты в сутки более одной карты не ставил, и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне. С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Герман слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко. Герман долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу. Герман на силу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению. От него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Герман возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение. Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз скоро заслонили воображение Германа образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: «Как она стройна! Настоящая тройка червонная». У него спрашивали, который час, он отвечал: «Без пяти минут семерка». Всякий пузатый мужчина напоминал ему туза.
Тройка, семерка, туз преследовали его во сне, принимая всевозможные виды. Тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлера. Семерка представляла с готическими воротами. Туз — огромным пауком. Все мысли его слились в одну — воспользоваться тайной, которой дорого ему стоит. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых и грецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот. В Москве составилось общество богатых игроков под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщением волокитства. Нарумов привез к нему Германа. Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист. Молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, курили трубки и ели мороженое. В гостиной, за длинным столом, около которого теснилось человек 20 игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет 60, самой почтенной наружности. Голова покрыта была серебряной сединою. Полное свежее лицо изображало добродушие. Глаза блистали оживленные всегдашней улыбкой. Да. Нарумов представил ему Германа. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать. Талия длилась долго. На столе стояло более 30 карт. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться. Записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянной рукою. Наконец, талия кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую. Позвольте поставить карту. Поздравляю с разрешением долговременного поста. Счастливого начала. Идет. Сколько? Извините, я не разгляжу. 47 тысяч. При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германа. Он с ума сошел, подумал Нарумов. Позвольте заметить вам, что игра ваша сильна. Никто более 275 семпелем здесь еще не ставил. Что ж, бьете вы мою карту или нет? Я хотел только вам доложить, что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны, я, конечно, уверен, что довольно вашего слова. Но для порядка игры и счетов я прошу вас поставить деньги на карту.
Выиграла. Изволите получить. Сделайте одолжение. Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Герман принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Герман выпил стакан лимонаду и отправился домой. На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Герман подошел к столу, понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился. Герман дождался новой талии, поставил карту, положил на нее свои 47 тысяч и вчерашний выигрыш. Чекалинский стал метать. Валет выпал направо. Семерка налево. Герман открыл. Семерку. Все ахнули. Чекалинский, видимо, смутился. Он отсчитал 94 тысячи и передал Герману. Герман принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился. Следующий вечер Герман явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов. Все официанты собрались в гостиной, все обступили Германа. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Герман стоял у стола, противу бледного, но все еще улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал свою колоду. Чекалинский стасовал. Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом. Чекалинский стал метать. Руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз. Туз выиграл.
ваша дама убита. В самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться. В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его. Старуха. Чекалинский потянул к себе проигранный билет. Герман стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. Славно спонтировал, говорили игроки. Чекалинский снова стасовал карты. Игра пошла своим чередом. Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: тройка, семерка, туз, тройка, семерка, дама. Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит и имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.